Медведи-соседи. Солнце встало над долиной. Рад ему медведь Бриар. Продюсер Минкли. Брамбл шалостями занят. Он крадет у пчел нектар. Режиссер Леон Динг. Вот родимый лес уютный. Что же там опять за шум? Не теряет ни минуты этот вредный лесоруб. Кто бежит сперва за нами, тот останется с усами. Под водой и на земле мир прекрасен, как во сне. Приключения, развлечения. В дураках врага оставим мы без всякого сомнения. Авторы сценария Бин Ву и Же Хоу. Ведь друзей полно вокруг. Брат-медведь, на ветке белка, даже вредный лесоруб. Брат-медведь, дружок наш белка, даже вредный лесоруб. Медведи-соседи. Свежая краска. Какая красота! Когда-нибудь я заработаю много денег и построю шикарный дом. Это просто свинарник, надо тут все поменять. Все. Я талантливый дизайнер с необычным даром. Я рисую и рисую, а мой голос вас чарует. Я рисую, красотой вас очарую. Я талантливый дизайнер, вот так, вот так. Кыш! А ну прочь ты, недоразумение! Крыса летающая! Я рисую и рисую домик свой. Я талантливый дизайнер, я такой. Ах ты, мелочь пузатая! Ты испортила мою работу! Ты за это заплатишь! Моя крыша в дырках. И все из-за тебя. Больно. Больно не надо. Хватит, хватит. Хватит, кому сказали. Хватит, перестань. Ну ты пожалеешь, что связался со мною. А ну вернись, вернись немедленно. Стой, кому говорят! Кажется, мой голос тебя заворожил. Нравится, да? Брамбл, ты еще не закончил? Еще минуточку. Сладкий мед, я иду к тебе. Осторожно и не спеша. Так. Птичка, отстань. Отстань, я кому говорю. Ну больно же. Перестань. Помогите, помогите. Сладкий запах весны. Что происходит? Брамбл, братец, ты в порядке? Голова. Что произошло?
Я почти добрался до пчелиного улья, а потом появилась маленькая птичка и все испортила. Что это за стрелки на ветке? Стрелки? Куда это они указывают? Там, где еда? Что это, Брамбл? Определенно хороший знак, держи. Вкусная еда, я иду к тебе. Что это с ним? Просто стрелки. Вкусная еда, где ты? Нужно найти стрелки. Ага, вот, я нашел. Бриар, я знаю, где мы можем достать вкусной еды. Вот, смотри, еще стрелка. Следуй за стрелкой, она приведет нас к вкусной еде. Вот так. Постой! Да, скорее, Бриар! Подожди меня! Думаю, мы уже близко. Бриар, поторопись! Подожди, помедленнее! Подожди меня! Стой! Мы почти у цели. Бриар, скорее! Невозможно. Каждый раз, почуяв еду, он бежит быстрее ветра. Чем это так пахнет? Это со стороны дома лесоруба. Должно быть, он опять что-то задумал. Я талантливый дизайнер с необычным даром. Я рисую, а мой голос вас чарует. Что такое? Наверное, послышалось. Я талантливый дизайнер с необычным даром. Посмотри-ка на лесоруба. Опять он сводит меня с ума. Что он там делает, а? Брамбл, у меня есть план, как его проучить. Я талантливый дизайнер с необычным даром. Я рисую, а мой голос вас чарует. Проклятые медведи! Ну, подождите! Эй, Бриар, давай подкрадемся и дадим ему хорошего пинка. Мерзкие медведи, идите получайте по заслугам! Не глупи, у него ружье! Сохнет. Эврика! Негодные животные, ну-ка покажитесь! Я вам устрою! Эй, мы здесь, поймай нас! Стойте, не двигайтесь! Эй, кротышка! Я заждался! Еще один? Получай, тупица! А ну вернись, глупый медведь! Вернись! Я здесь! Стой! Привет, лысый башка! Ну, пора вам запомнить мое имя! Привет! Лысый лесоруб! Не заставляй меня ждать! Привет, Вик! Давай сюда! Аппетитная ножка! Давай, дорогуша! Не пытайтесь меня одурачить! Если вы не прекратите, я вас в порошок сотру! Что происходит? Краска засохла. Что же мне делать? Я не позволю ему драть вместе с краской. Постойте, у меня есть коварный план. О нет, я не могу пошевелиться. Помогите, кто-нибудь, помогите. Не подходите ко мне. Не подходите. Не подходи. Брамбл, выходи! Вик в жесткой ситуации. Правда? Попал в собственную ловушку. Пожалейте меня. Да, пожалуйста. Браво, Бриар! Как ты догадался, что он увязнет в своей краске?
Смотри, краска и на нем, и на земле. Через пару минут он будет неподвижен, как статуя. Так эта беготня нужна была, чтобы засохла краска. Ты гений, Бриар! Я тоже так думаю. Ну, посмотрим, кто будет смеяться последним. На этот раз он безвреден. Эй, лесоруб, готовься! Куда он подевался? Кого-то ищете? Как он сбежал? Я думаю, вы упустили одну деталь. Вы подумать не могли, что я выиграю, да? Виктор фон Винкенштейн всегда побеждает. Брамбл, ты что, смеешься? Посмотри на него, он же абсолютно голый, похож на мартышку в зоопарке. Я вам это припомню. Вы меня разозлили. Не нужно. Пожалуйста. Не зли его. Что с моим ружьем? Проклятие, опять эта краска! Лесоруб! Вик! Ребятки, я пошутил! Помогите! Новый вентилятор Вика. Как же жарко! Как же мне жарко! Больше не могу! Не могу! Кто это? Кто? Ух ты! Новый вентилятор! Великолепно! Кто же его мне прислал? Да? Вик слушает? Это я! Здравствуйте, босс! Ты получил вентилятор? Да, я-то гадаю, кто мне его прислал? Спасибо! Чепуха! Просто сделай так, чтобы все было сделано в срок, ясно? Можете на меня рассчитывать! Как же прохладно! Как же мне здорово! Слишком сильно. Не ожидал, что вентилятор такой мощный. Может, у него еще есть скорости? Пожалуйста, прекрати! Выключи вентилятор! Помогите! Я бы мог просто сдуть этих медведей, что и сделаю. Какой же я умный! Теперь, когда у меня есть такое мощное устройство, мне не страшны эти жалкие медведи. Я могу пилить сколько хочу. Когда же он поймет, что не стоит меня будить? Лесоруб Вик, хватит шуметь! Супервентилятор меня защитит. Я никого не боюсь! Вик, ты слабак! Что такое? Что это было? Опять твои фокусы! Перестань! Что это? В эту игру нужно играть вдвоем! Уходи отсюда! Прочь! Прочь от меня! Кыш! Ха-ха-ха!
Рамбл! Бензопила? Опять лесоруб! Помогите, помогите! Скорее! Скорее! Кажется, я спасен. Уверен, он теперь не вернется. Лесоруб! Не беспокойся, тебе я тоже не забыл. Что здесь происходит? Откуда этот сильный ветер? Теперь вы ко мне не подберетесь. Что-то попало в вентилятор. Больно. Готово. Какая красота. Ничто больше не застрянет в вентиляторе. Он защищен суперпрочной решеткой. Теперь мерзких медведей сдует из леса. Мерзкие медведи, выходите! Я хочу показать вам мой супермощный вентилятор! А ну, выходите, медведи! Лесоруб совсем обнаглел. Вот вы где! А ну, идите сюда! Ну уже! Я здесь! Поймай меня, поймай! Вик, ты трус! Не зли меня! Пора тебя остудить! Ветер еще сильнее, чем в прошлый раз! Помогите! Я больше не могу держаться! Брамбл, все будет в порядке! Лови! Что? Я умнее, чем вы думали! Выключи это, Вик! Зачем так веселее? Бриар! Бриар! Рамбл, я иду! Бриар! Рамбл, держись крепче! Бриар, я больше не могу! Держись! Пора включить на полную мощность! Рамбл, держись! Я больше не могу! Мерзкие медведи, пора прощаться! Приготовьтесь! Я нажму на эту кнопочку, а это самая большая скорость! Что случилось? Почему он остановился? Какой горячий! Кажется, короткое замыкание. Еще бы чуть-чуть, и нас бы сдуло. Совсем немного. Ты как? Я в порядке. Ладно, нужно отомстить ему. Надо это починить. Да что ж такое?
Брамбл, этот вентилятор больше не работает. Пора мстить, лесоруб! Ну же. Скорее, они уже идут. Нужно поторапливаться. Скорее! Лесоруб! Ну же! О, заработал! Быстрее! Лесоруб! Уходим! Утираете! Это все, что вы можете! А где моя шапка? Что происходит? Секундочку. Что-то не так. Почему ветер дует в обратную сторону? Я не могу его выключить. Помогите! Странно, он дует в обратном направлении. Нет ветра? Ветер. Нет ветра? Ветер. Я понял. Лесоруб неправильно соединил провода. Помогите кто-нибудь! Я унесенный ветром! Я боюсь высоты! Проделки лесоруба. Вернись, лесоруб! На этот раз тебе не удрать! Он отстанет от меня! И за что? Мы твоя судьба! Ух ты! Хороший удар! Моя месть всего лишь вопрос времени! Ну, медведи, держитесь! У вас искры из глаз полетят. Лесоруб, хочешь добавки? Мы сейчас тебе устроим. Смотри внимательно. Лера, зачем Надежда размахивает? Это белый флаг, это значит, что он сдается. Сдается? Наконец-то! На самом деле, я надеюсь, что мы можем стать друзьями. Угощайтесь, мишки, вкусными орехами. Пожалуйста, это все вам. Нам? Вкусно, попробуй. Всегда лучше иметь друга, чем врага. Разве я не прав? Да. Да, вкусно. Здорово, правда? Он не такой уж плохой. Два глупца, простаки. Пока не занят орехами, пойду спилю несколько деревьев. Куда это он? Понятия не имею. Пойдем, проследим за ним. Куда это он? Смотри, вон он. Лесоруб Вик, спасибо за орехи. Мы поверили, что ты справился и готовы тебя простить. Куда ты? Никуда, так просто. За орехами. Что это у него? Ничего, а вам показалось. Бензопила! Так вот, что ты называешь дружбой. Нет, это не то, что вы думаете. Я все объясню. Ah!
Простите меня, нет, 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 пожалуйста, отпустите меня, пожалуйста. Тебе не уйти. Отпусти немедленно. Что ты делаешь? Ты ненормальный псих. Я победил. Думаешь, можешь свалять дурака и уйти? Я тебя сейчас расплющу. Остался один орешек. Я разберусь с тобой после того, как покончу с ним. Рамбл, поделись со мной. Ни за что. Вернись. Нет. Наше, значит, мое. Массаж изнутри. Бриар, проснись, пора обедать. Ладно. Вкусно пахнет. Лесоруб? Добрый день, пора обедать. Бриар, ты только посмотри, он принес там много еды. Это неспроста. Поверьте мне, расслабьтесь, никакого оружия нет. Я сам все приготовил. Пожалуйста, в качестве извинения, угощайтесь. Горячее, свежее. Пожалуйста, берите. Выглядит аппетитно. Постой. Настоящий крепкий орешек. Если хотите, я могу попробовать первым. Вот. Бриар, мне кажется, на этот раз все без подвоха. Идите за мной, будьте моими гостями. Бриар, не бойся. Просто насладись праздником. Давай. Вкусно. Да, вкусно. Здорово. Эти медведи всегда засыпают, когда объедаются. Готов. Пора немного поработать. Пора спать. Глазки закрывай, отправляйся в страну снов. Будут они, наконец, спать. Придется уйти подальше, чтобы шум пилы их не разбудил. Вот так. Наконец-то. Никто тут меня не остановит. Брось! Вик, ты действительно думаешь, что можешь нас обмануть? Но вы же должны были спать. Я понял, вы опять проголодались. Подождите, я мигом...
Смотрите, что у меня есть. Вам понравится. Угощайтесь. Еще? Оставь себе, я не попадусь на это снова. Позвольте мне станцевать для вас. Какой же он неуклюжий. Подождите. Может, вам придется по душе колыбельная? Ничего я не хочу от тебя. Вы сами виноваты. Я с вами сейчас разделаюсь. Помогите, помогите. Берегитесь, мерзкие медведи, вам не уйти. Камень, если бы не он. Стойте, вам не уйти. Ты первая мишень в моем списке. Нет, пожалуйста. Бриар! Нет, только не это. Да, лесоруб у нас не перехитрить. Если долго нет дождя, будет ливень. Пора на работу. Дождь. Пожалуй, я останусь дома. Здорово, наконец-то я высплюсь. Вот это счастье. Брамбл, поторопись. Ну и ливень. Давай обсохнем в доме Вика. Давай. Для вашей безопасности оставайтесь дома. Следите за нашими прогнозами. Тише. Хочешь, чтобы Вик нас услышал? Не волнуйся. Наверняка он рубит деревья. Давай проверим. Он уснул. Вот если бы каждый день был дождь, он не вылезал бы из кровати. Дождь каждый день? У меня есть идея. За мной. Подожди меня! А теперь о погоде. Погода на этой неделе будет дождливой. Ожидаются грозы. Объявлено штормовое предупреждение. Поэтому постарайтесь оставаться дома. Вонючий тофу. Шланг. Бриар, лесоруб просыпается!
Дверь-то не закрыли. Как же хорошо я поспал. Пахнет рыбой. Откуда здесь мой носок? Брамбл, скорее. Да что же это такое? Льет, как из ведра. Так, нужно соединить с краном. Погода на этой неделе будет дождливой. Ожидаются грозы. Не может быть. Объявлено штормовое предупреждение. Брамбл, соедини шланг с краном быстро. И правда дождь? Еще бы немного. Я не могу работать в дождь. Приходите завтра. Ладно? Посплю немножко. Да. А дождь все идет и идет. Я спал весь день. Погода на этой неделе будет дождливой. Ожидаются грозы. Объявлено штормовое предупреждение. Постарайтесь оставаться дома. Я уже начинаю скучать по солнцу. Брамбл, твоя очередь сегодня поливать. Ладно. Осторожнее. Постараюсь. Какой ужасный ветер. Да, это надолго. Отлично. Зовите меня Вик. Чертовски мил. Я не могу туда идти. Нет смысла показывать свою удаль и привлекательность в такой дождливый день. Останусь-ка я дома. Бриар! Бриар! Что? Уже полночь, поздно, пора спать. Почему мы еще здесь? Я засыпаю. Очень хочется. Брамбл, взбодрись. Мы должны убедить лесоруба, что это ужасный шторм. Если дождь будет идти днем и ночью, он не сможет рубить лес, и тогда он потеряет свою работу. Гениальный план. Я в восторге. Здорово мы все придумали. Бляр, бляр, у нас все так хорошо получается, что я думаю, ночью мы можем немного отдохнуть. Что мы здесь делаем? У нас все есть. Будет весело. Ты готов? Что это? Какая ужасная... Ужасная гроза! Уже неделю льет, не переставая. Я совсем не работал. Скоро уже месяц кончается. Почему нет страниц? Не понимаю. Куда они делись? Слушаю. Вик, что ты делаешь весь этот месяц? Где мой лес?
Босс, но там сильный дождь. Понимаете, невозможно работать. Дождь, не смеши меня. Я вам никогда не вру, босс. Да ты в окно выгляни. За окном дождь. Солнце? Что это? Опять мерзкие медведи. Но я с ними разберусь. Погода на этой неделе будет дождливой. Ожидаются грозы. Объявлено штормовое предупреждение. Постарайтесь оставаться дома. Тупой ящик! Эй, вы! А ну стойте! Стойте, кому говорю! Вернитесь! Теперь меня ничто не остановит. Хотели меня одурачить? Это не так-то просто. Лесоруб совсем свихнулся. Разве он не видит, что будет гроза? Пойдем домой. Помогите! Помогите! Помогите мне! На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2012 году.